И в заключение о спорте. В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро примут участие два ставропольских спортсмена. Прыгун в воду Евгений Кузнецов и тяжелоатлет Давид Биджанян. Сегодня окончательный состав российской сборной на летних играх 2016 утвердил Национальный олимпийский комитет. Претендовал на поездку в Бразилию еще один наш земляк – дискобол Виктор Бутенко. Но сегодня же стало известно, что он, как и вся команда России по легкой атлетике, пропустит Олимпиаду из-за дисквалификации. При этом и Давид Биджанян, и Евгений Кузнецов, по оценке специалистов, имеют все шансы побороться за медали. Также ранее было объявлено, что на игры в Рио-де-Жанейро отправится и ставропольчанка Анна Бычкова. Она примет участие в паралимпийских играх в составе команды по паратриатлону.